Всем доброго утра! Сегодня воскресенье. Какое сегодня получается? 10 февраля. Я себе тут опять заколотила овсяный блин. А блины, вернее, я тут не дочитала до рецепта, я как всегда, что их нужно жарить как оладики. Так что сейчас буду этим заниматься. Как и вчера, у меня здесь уже точно 80 грамм кефира, одно яйцо, 40 грамм овсянки, сыра 40 грамм, и сейчас еще немного зелени и соли. И буду перемешивать и жарить оладики. Вот что здесь получилось, уже овсянка разбухла. Сейчас буду жарить как оладики. Ура, я буду завтракать. Вот мои все на оладики. Они очень вкусные, если честно, попробуйте. Я прям в восторге от рецепта. Прям обалденный расплавленный сыр. Очень вкусно. Кофе с молоком и сметанки немножко. Подписывайтесь на канал. Так, так, Афонечка, Афось, ты уже балуешься. Антош, вытяни, пожалуйста, чупик. Или сядь тогда, сидя, его ешь. Я тебе его выкину. Подписывайтесь на канал. Я с лапой нюхали. Афоня? Не, ногу нюхали. Сегодня надо поругать. Афонь, ты балуешься уже. Не, вставай, вставай. Пошли, сейчас будем спать в обед. Пошли? Не. Ну как нет? Ты же уже начинаешь баловаться, болтать. Не. Мне кажется, ты уже устал и хочешь спать. Нет. Тогда пошли играть. Я какой спать? Сейчас Марик приедет. Да, да? Да, Оля! А Афоня с ним не будет гулять, он будет в своей комнате спать. Я сейчас готовлю жаркое по-домашнему, наше любимое. Здесь у меня свинина. Сейчас я немного обжарю. Совсем я, если честно, забыла показать свое жаркое любимое. Не наше любимое. Здесь свинина, морковка, лук, болгарский перец, еще чесночка, нет, соль, перец. Сейчас буду резать сюда картошку. Сюда сейчас порежу. Что тебе сделать? Мюсли. Тебе какие, банановые с шоколадом или с орехами? С орехами. Холосо. Нет, давай с шоколадом. Давай. Та-да-дам, картошечка уже здесь. Сейчас осталось сделать заливку. Можно добавить просто воды. Можно сделать с томатной пастой, со сметанкой. Вот я хочу с томатной пастой и со сметанкой. Сейчас все разведу, размешаю и сюда залью. И вот это еще все нужно будет присолить, а потом сверху лить заливку, чтобы соль как бы растворялась. Я уже соль сюда посыпала. Сейчас буду смешивать соус. У меня здесь немного томатной пасты осталось. Вот совсем чуть-чуть. И добавлю вот этот майонез. Никто его не ест, поэтому добавим его в соус. И будем добавлять воды. Вот так все потом встряхну, взобью, закрою крышкой. И все готово. Залью. Будем тушить. Так, все. Гости уже уехали. Сейчас покажу, что готовила. В общем, все было за 5 минут, потому что пока я была в магазине, Женька уже к нам приехала. Гори, гори, ясно, что коробка не погасла. В общем, что у нас было? Сегодня был салат, фасоль, ветчина и сухарики с майонезом. Очень тоже вкусный. А мне сухарики не понравились. Тебе не понравились? Острые были? А я наоборот какие-то такие детские покупала. И с морепродуктами салатных листьев вообще нигде в станице не было. Поэтому здесь просто помидоры, огурцы и морепродукты. Да, ну мидии здесь все было. И все, картошка, которая у нас снизу подгорела. Пока я ездила, я оставила тушиться. И так как она была с томатом... Если да, ее лучше не есть. Да, невозможно. Поэтому мы ели салат. Все вкусно. Да? Да. Ну, надо с закрытым носом есть, да? Да, мам, прищепка. Приятного аппетита! Да. Главное же общение, поэтому мы, в общем, поболтали, посплетничали, а Сержуня уехал до родителей. Вот, вернется завтра утром. Рано прям выйдет, часов в 5.
Король Миллер! Фон, иди сюда. Это так короли танцуют? Я лечу, ну, я хотел пакет лопнуть, но не получилось. А, ты хотел пакет лопнуть? Не получилось? Сделай мне. Король мира, ты не мог бы уже улечься спать, а? Нет, я буду с тобой. А, папы нет, ты со мной, да? Да, папа завтра уедет. Приедет завтра утром. Да, приедет завтра утром. Ты кто, покажи? Девка. Ты девка? Или ты девочка?